Мы нашли деньги. И я очень рад, что я сегодня могу представить новый ситуационный бонус, новая программа, которая действует до следующей золотой конференции в Париже. Программа называется «Программа «Энергия роста». И когда мы обсудили эту программу с лидерами, практически все сказали, что менеджерская программа, которая есть сейчас в этом году, очень хорошая. Очень хорошо, что менеджеры могут получить премии по пути к директору. Поэтому мы решили оставить эту часть программы. И ваши менеджеры могут получить премии каждый раз, когда они достигают новый уровень, 15-18 старший менеджер, и они могут получить до 1000 долларов по пути к званию директора. Так и дело. Это очень хороший инструмент для вас, чтобы мотивировать ваших новых бизнес-партнеров, мотивировать их на рост, мотивировать их стать директорами. Ну, и сейчас очень важная информация. Раньше, юбилейная программа роста, мы выплатили премии только когда ваши менеджеры достигали новые уровни. Первый раз, когда они стали 12%, или первый раз 15%. Потом мы меняли программу немножко, и мы сказали, что мы сравниваем результат с каталога номер 17. Если ваш менеджер 15% в 17 каталоге, потом весной достигает 18%, он может получить премию. Даже если он раньше, когда-то в истории был 18%. Как вы думаете, в этом году, что мы решили? Я немножко волнуюсь это сказать, потому что это просто бомба. Мы решили сравнивать результат с каталогом номер 10 в этом году. Это значит, что все ваши менеджеры могут присоединяться в эту программу, они все могут получить до 1000 долларов по пути к директору. Даже если они когда-то раньше были на ЕСТИ. Все относительно результат каталога 10 в этом году. Ну как? Если кто-то хочет уехать в аэропорт, лететь домой, начинать работу, автобусы есть. Но как-то я вам рекомендую оставаться немножко. Потому что это не все. Программа энергии роста для менеджера – это инструмент для вас, чтобы мотивировать ваших менеджеров. Ну, конечно, также есть часть для директоров. Программа энергия роста для директоров. Ваша задача – развивать новых старших менеджеров. В принципе, похож на квалификацию на золотой конференции. Мы суммируем, сколько у вас групп в первой линии. 17 каталогов. Смотрим каталог 11 в этом году по каталогу номер 10 в следующем году. Суммируем, сколько у вас групп. И сравниваем с такой же период год назад. И ваша задача увеличивать, добавлять количество 20% группы. Если вы это делаете, если вы выполняете ваши планы, вы можете получить юбилейную премию. Как это работает? Мы смотрим опять каталог номер 10 в этом году. И мы смотрим, какое у вас звание по результатам каталога 10. Если вы находитесь на пике, на самой высокой звании вашей истории, вашей плен, тогда ваша задача добавлять две группы. Если вы
на одно звание ниже самого высокого. Как пример, если вы сейчас золотой директор, но когда-то раньше вы сокрыли звание старший золотой, значит, вы на одно звание ниже самого высокого. Тогда ваш личный план добавляет 4 группы. Если вы на 2 директорских звания ниже самого высокого, тогда ваш личный план добавляет 6 групп. И если вы на 3 звания и более ниже самого высокого, тогда ваш личный план добавляет 8 групп. Если вы эти планы выполняете, тогда вы получите юбилейную премию. Размер юбилейной премии зависит от какой у вас самое высокое звание в истории. Вот список, и как вы видите, цифры немаленькие. Если, например, ваше самое высокое звание в истории – бриллиантовый директор, ваша юбилейная премия – 3000 долларов. Кто хотите эти деньги? Хотите? Да? Ну, как вам новая программа «Энергия роста»? У кого появилась энергия? Да? У кого будет рост? Будет рост? Да? А у кого большой рост? Вот здесь большой рост будет? Да? Хорошо. Это, дамы и господа, это программа «Энергия роста». Все детали, конечно, на встрече стран сегодня вечером. Но, в принципе, я сейчас тратил все эти деньги, о которых Магнус рассказал. Но как-то хочется что-то еще. Хотите еще? Да? Ну, может быть, в кармане. Да, еще немножко осталось. Еще один уридолог. Потому что это не все. Есть еще третья часть этой программы. Давайте посмотрим. Очень простая. Называется программа энергии роста на звание. И если вы собираете 2 новых звания до Золотой конференции в Париже, мы решили удваивать вашу премию за самое высокое звание. И мы видели на цены только что. Это реально. И если кто-то хочет много денег, если вы сокрываете 3 новых званий, мы решили утраивать вашу премию за это новое звание. Итак, суммирую. Программа энергии роста для менеджеров до 1000 долларов по пути к директору. Все относительно каталог 10. Это значит, что все ваши консультанты, все ваши новые менеджеры, все ваши старые менеджеры, все могут присоединяться и получить эти премии за достижение и увлечение своих уровней. Программа энергии роста для директоров. Развивайте новых старших менеджеров, добавляйте группы и получите юбилейную премию. Третья часть программы энергии роста званий. Сокрывайте 2 звания, удваиваем. Сокрывайте 3 звания, утраиваем. Дамы и господа, это программа энергия роста. Я желаю вам очень много энергии, очень большого роста. Удачи всем, и вы все получите огромные чеки через год. Спасибо большое.